На родине Максима Кировича Амосова в селе Намцы установили новый памятник. Торжественное открытие состоялось в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля. Церемония открытия прошла в день национального праздника эсэх. В нем приняли участие руководство Якутии, делегация Кыргызской республики, общественность, а также внук Максима Кировича Амосова Максим Владимирович Амосов. Для нас это большая честь быть здесь, во-первых. Конечно, большая радость. Вот моя мама Лена Максимовна Амосова, она очень много сделала для того, чтобы увековечить память своего отца Максима Кировича Амосова. И, конечно, она очень хотела приехать посмотреть на открытие памятника, но вот состояние здоровья не позволило, и она передает всем якутянам огромный привет. Для нее это огромная радость, это событие.